лесу. А правилам дорожного движения. А может, в классе оставили? Может, и в классе? Ну что, ребятишечки, вы готовы? Да! Что да? Я еще ничего не сказала. Мы нас на улицу привели. А это значит, что какая-то веселуха намечается. Веселуха у него намечается. Исти, урок сегодня будет по правилам дорожного движения. Вот, сегодня же и зачет проведем. Проверю вас. Ну-ка, скажите мне, что это за штуковина тут? На перекрестке. Нельзя.